Я люблю тебя. Миша, открой, пожалуйста. Я переехала к одному человеку, чтобы ухаживать за ним. Это ненадолго. Мам? Тина и Аркуда, Миша. Η μασκότητα των αγώνων της Μόσχας. Και πώς του ήρθε ότι πήρε το όνομά του από μία μασκότητα? Του το είχε πει ο πατέρας του. Πατέρας. Ο δικός σου ο πατέρας θα είμαι εγώ. Я не хочу больше жить в этом доме. Мы же говорили об этом, когда ты приехал. Что-то же есть у старика, что мать твоя живет с ним. Он ее муж? Она работает у него. Мы поженились перед самым твоим приездом. Это я виновата, я должна была тебя... София, Эпителю! Стопа, Триста! Че старик ждет? Ну, прикол. Я никогда не был на вечеринку, кому стукнуло 75. Медвежонок мой.